хочу поздравить всех женщин мира и хочу особенно хочу поздравить всех астраханских женщин с 8 марта. Поздравляю всех женщин России с 8 марта, особенно всех девчонок школы номер 12 имени Рамин Роланы, свою маму. Я хочу поздравить всех женщин с 8 марта, пожелать им счастья, удачи, чтобы всегда любили мужчины и чтобы всегда о нас заботились.